Сочетание «джаз» в Петербурге неизменно ассоциируется с именем Давида Голощёкина. Маэстро более 15 лет преподает в Герценовском университете и является его почетным профессором. Педагогические вести в гостях у Давида Семеновича в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки. И сегодня наш разговор с ним и его учениками, герценовцами Юлией Касьян и Федором Дурандиным. О творчестве и таланте, ученичестве и учительстве и, разумеется, о джазе. Давид Семенович, вот в минувшем году Санкт-Петербург стал столицей Международного дня джаза. В городе постоянно проходят джазовые события, фестивали. На ваш взгляд, каково сегодня место Санкт-Петербурга на сцене джазовой музыки? Ну, дело в том, что это только всего лишь на текущий 2018 год ЮНЕСКО избрала Санкт-Петербург столицей джаза только на этот год. Это новый такой принцип, который существует уже 7 лет, с того момента, когда ЮНЕСКО установила Международный день джаза. До этого не существовало такого праздника. Более того, ЮНЕСКО еще придумала тому, чтобы каждый год объявлять какой-то город земного шара столицей джаза. И просто до этого уже были выбраны там Вашингтон, была Гавана, был Стамбул, был Мельбурн, и вот весь 18-й год Петербург был избран столицей джаза. Ну и на самом деле это большая честь. Это, в общем, в принципе, я интересовался у сотрудников ЮНЕСКО, когда они приезжают перед этим, по какому принципу они выбирают вообще вот эти города. Естественно, это связано с активностью джазовой жизни в городе и наличием джазовых музыкантов, проведением фестивалей и так далее. И в этом смысле наш город, Санкт-Петербург, он выиграл по одной причине. Заметьте, не Москва, потому что стоял вопрос о России, чтобы это был российский город, столицей джаза. И я сам был удивлен, потому что, скорее всего, как правило, всегда назвали бы Москву. И по количеству джазовых музыкантов, и по активной жизни, может быть, потому что вообще это столица нашей страны. Но на самом деле ЮНЕСКО очень серьезно подходит к этому вопросу, как я выяснил. И всячески стараются исследовать всю историю возникновения джазовой жизни в нашем городе. И вообще-то в итоге выяснилось, что один из первых публичных джазовых концертов в нашей стране состоялся именно в Петрограде тогда, в 1927 году, в капелле. Это был джаз профессоров. Первый официальный концерт, исторически зафиксированный. Это не важно, что впоследствии джаз не получал большого развития и признания со стороны, так сказать, идеологии нашей правящей коммунистической партии, и долгие десятилетия джаз был практически загнан куда-то туда вниз, какой-то подвал, в андеграунд, что называется, из которого, например, вышел я и много, в общем-то, моих сверстников. Но, тем не менее, несмотря на все это, и эта история тоже ЮНЕСКО хорошо известна, что практически в двух только странах был запрещен джаз практически. Это была фашистская Германия, и там был запрещен джаз. И в нашей стране, в Советском Союзе, до приблизительно конца 70-х годов прошлого столетия джаз считался неофициальным совершенно искусством. Нельзя сказать, что такого указа не было о запрете, но практически не существовало официального признания этого жанра. И слово «джаз» то появлялось на афишах, то исчезало. То оркестр назывался джаз-оркестр, то эстрадный оркестр очень часто. Это все колебалось от того, кто был у власти, кто занимался идеологией в нашей стране. Но, тем не менее, жизнь существовала все равно. И даже в 60-е годы, во времена какой-то оттепели, так называемые, прошли джазовые фестивали в Москве и в нашем городе тоже. Их было всего два. В 65-м, 66-м году прошлого столетия всякие были фестивали, потом они опять были прекращены.
Ну, у нас все так происходит, потому что один из первых фестивалей на территории Советского Союза, единственный, был фестиваль в Таллине в 1961 году. Причем это был первый джазовый фестиваль в Европе. В Париже только был на следующий год. Не в 61-м даже, это я был в 61-м году, а фестиваль первый был в 1949 году, а в 50-м в Париже, первый фестиваль в Европе. Так что даже Эстония уже была тогда, в 1949 году, естественно, частью Советского Союза, и там прошел этот фестиваль. Но этот же фестиваль был прекращен в 1967 году, прямо во время трансляции по первой программе телевидения, когда в 1967 году показали этот таллинский международный джазовый фестиваль, очень престижный, потому что кто-то из политбюро увидел трансляцию этого фестиваля, и его прекратили тут же. Я был свидетелем, это была прекращена трансляция. Я смотрел по телевидению, уже будучи на гастролях в другом городе, и вдруг все оборвалось по техническим причинам и так далее. Вот такая судьба. Ну, а в нашем городе, естественно, все было таким же образом, но, тем не менее, джазовая жизнь была. Существовал джаз-клуб «Квадрат», который 50 лет существовал. Это объединение любителей и джаза, и не музыкантов, а людей, которые пропагандировали, распространяли джаз. Это такое любительское официальное объединение. Вот. Но к тому же замечательный совершенно человек Владимир Борисович Фиртак, музыковед и крупнейший джазовый деятель, исследователь джаза, выпустил много книг и к тому же джазовую энциклопедию, он организовывал 16 лет знаменитый фестиваль, назывался «Осенние ритмы». Это где-то, значит, середина 70-х до 90-х годов шел этот фестиваль, который стал даже международным. Он умудрился каким-то образом, сотрудничая со всеми концертными организациями внутри нашей страны, организовывать вот такой фестиваль, используя как раз те силы тех музыкантов, которые как раз были в штате этих филармоний. Одним словом, это тоже было зафиксировано, что событие происходило. Наконец, в 1989 году мне удалось открыть филармонию джазовой музыки, которая снискала, в общем-то, признание и журналистов, и джазовых музыкантов, и исследователей джаза. Недаром ее причислили к числу самых таких знаменитых и лучших клубов мира джазовых, хотя это называлось филармонией джазовой музыки. Ну и к тому же, на тот момент она существовала почти там 28 лет, это было 29 лет существовала филармония джазовой музыки. За это время здесь на сцене филармонии выступило немало звезд мирового джаза, в том числе, конечно, и Соединенных Штатов Америки, которая является все-таки родиной джаза, и самые лучшие музыканты, естественно, находятся там. И они выступали здесь, поэтому было определенное как бы мнение о нашей организации, о том, что здесь происходит. И все это, вот это мне рассказали, собственно, члены ЮНЕСКО, комитета, которые занимались, как раз, они же голосовали. Там же это не просто определялось, там, понимаете, а исследуя все документы, подтверждающие какую-то джазовую жизнь в городе, все это привело к тому, и последней каплей была как раз филармония джазовой музыки, а это они мне сообщили, и мне, для меня это было радостно, потому что я стоял у истоков, естественно, этого. И что привело к их мнению, что именно Санкт-Петербург должен назваться столицей джаза на 2018 год. Ну, это известно, это было крупное событие, было немало концертов, а самое главное – гала-концерт в Мариинском театре на второй сцене, в котором я принимал участие всех звезд мирового джаза. Это были самые известные современные джазовые музыканты. И я счастлив, что мне повезло тоже войти в их число и участвовать в этом концерте. Так что мы сейчас находимся с вами уже в конце 2019 года и как бы говорим о отголосках того времени, но отголоски – это чисто исторический, так сказать, какой-то факт, вот это было так. А джазовая жизнь, она все равно продолжается, как была и до этого, так и сейчас. Ну, естественно, в чем заключается положение нашего города как одной из столиц джаза? Все-таки интересом публики к джазу, о том, что залы, в которых проходят джазовые концерты, всегда заполняются, всегда аншлаг. Ну, конечно, бы хотелось более широкой такой обильной джазовой жизни. Я имею в виду, конечно, концерты выдающихся мастеров джаза, мирового джаза.
что, к сожалению, довольно сложно сделать ввиду отсутствия какой-либо поддержки и каких-то меценатов или спонсоров, которых я никак не могу найти, могу вам честно сказать. И несмотря на мое предложение быть спонсором «Газпрому», но тот слишком занят футбольными делами, или которые более важны для «Газпрома», мне было в этом отказано на самом деле. Хотя вопросы такие мне задавал самый главный человек «Газпрома» о том, может ли Петербург стать столицей мирового джаза. Он задавал этот вопрос накануне того, как ЮНЕСКО избрал. Он еще не знал, что ЮНЕСКО изберет. Я, конечно, ответил, что, конечно, может, если будет какая-то помощь материальная, и у нас появится возможность приглашать звезд мирового уровня, делать концерты более такими широкими. Но вот к тому же даже любопытно было, когда он сказал, а может ли улица Рубинштейна стать, как в Новом Орлеане, джазовой улицей? На что я ответил, конечно, может, если субсидировать всех владельцев ресторанов и кафе на улице Рубинштейна, и тогда они, может быть, захотят держать у себя джазовые оркестры. А если не будет такой помощи, то они, естественно, используют свои помещения или формат музыки, тот, который нравится им. Но, однако, это ничего не привело. И, конечно, хотелось бы, чтобы тот фестиваль, который, скажем, мы проводим, филармонии джазовой музыки, уже 26 лет, мы уже проводим его, будет 27-й год, мы всегда делаем летом, фестиваль называется «Свинг белые ночи», он, конечно, нуждается в финансовой поддержке, несмотря на поддержку со стороны Комитета по культуре Санкт-Петербурга, правительства Петербурга, который, в общем, к нам очень лояльно относится и, в общем-то, ценит нашу работу, но финансовые возможности, бюджет городской, видимо, не выдерживает даже этой помощи. Боюсь, что так. И есть такое опасение, что в текущем, наступившем году, в 2020-м, вряд ли мы сумеем получить какие-либо субсидии на это и будем каким-то образом сами выбираться из этой ситуации. Помощь, во всяком случае, нужна, но ее, к сожалению, нет. Но есть джазовые музыканты, есть прекрасные коллективы, есть публика, которая любит джаз, которая всегда собирается. Там, где мы устраиваем открытый концерт во время фестиваля, это, раньше это было на площади искусств, а вообще-то еще раньше в самом Михайловском саду, там, и там на лугу располагались тысячи людей, но потом засеяли какую-то траву, которую нельзя вытаптывать, и пришлось передвинуться на асфальт на площади искусств. Мы много лет там проводили этот уже открытый концерт, затем там тоже, в конце концов, ввиду какой-то, так сказать, ситуации, связанной с безопасностью, нас передвинули, наконец, к Михайловскому замку. Вот уже мы там 3 года подряд проводим там, на открытом воздухе, такие вот концерты. Ну, видите, говоря о джазе, еще раз могу сказать, что он существует, он есть, появляется много талантливых молодых джазовых музыкантов. И, в общем, время изменилось. Информация о джазе доступна и благодаря интернету, и благодаря приезду в наш город многих замечательных зарубежных музыкантов. И происходит такой обмен опытом, совместные концерты с зарубежными исполнителями джаза. Все это так. Конечно, хотелось бы более широкой концертной жизни. И опять же, это все, конечно, упирается в рыночную ситуацию. А мы находимся в рынке. И к тому же еще в санкциях к этому рынку, поэтому все это осложняет наши задачи сделать более широким, более широкой жизнь, ну, вот, джазовый концерт. Вот как раз по поводу расширения публики джазовой музыки, поскольку позади как раз 3 мощных этапных юбилея, 50-летие вашего коллектива, 30-летие филармонии, ваш юбилей, за все эти годы и творческой, и просветительской, и пропагандистской, можно сказать, деятельности, скажите, пожалуйста, вот какие-то такие методические ключики вы можете обозначить, как научить людей понимать джаз? И к Юлии тоже вопрос, как человек, уже постигшему этот язык джаза, вот как научиться понимать? Дело в том, что и я должен вас поправить, к сожалению, потому что музыку невозможно понимать. Понимаете?
Это, вы используете это слово, я понимаю, почему. Потому что многие люди, вполне интеллигентные, которые приходят сюда, и иногда, и я их встречаю, они говорят, я не понимаю джаз. Но разве можно понимать Чайковского, или Вивальди, или Моцарта, или Шостаковича? Понимаете, вообще искусством невозможно понимать. И даже смотрите на какие-то картины в современной какой-нибудь живописи, да, я могу сказать, глядя на какие-то творения, я что-то не понимаю, что я могу сказать, я не понимаю, что хотел сказать художник этим. Но прочувствовать, потому что, видимо, там и не заложено это, чего-то того, тех эмоций, возможно, которые должны проникнуть в меня благодаря, скажем, этой живописи, того материала, который представляет нам художник. А музыки тем более, это звуки. И, конечно, я могу вам сказать, что, конечно, музыка – это еще один язык на самом деле, универсальный язык, не требующий его знания, потому что, когда мы говорим о языке, то если мы не знаем какого-то языка, то мы должны понимать. Я говорю с вами по-русски, а вы мне по-китайски отвечаете. Мы не понимаем друг друга, это естественно. Но если я вам играю на скрипке или на фортепиано, то тут понимать не надо. Вы чувствуете то в этих звуках, что я хочу изобразить, неважно, какую музыку, джаз ли это или классическая музыка, это еще один способ человеку передать свои чувства таким способом, вот этим языком музыкальных звуков. Вот другой же вопрос, как человек готов ли воспринимать эти звуки, и это послание от другого человека в виде этих музыкальных звуков, это уже вопрос готовности, воспитания, интеллекта человека, развития его музыкального вкуса. Это уже другой вопрос. И тогда он на самом деле может не понимать. Потому что он совершенно не знаком с этим, языком. И ему какая бы ни была музыка, народная, классическая или очень современная, он все равно ничего не поймет. Потому что это не зависит от того, от сложности этой музыки. Конечно, и музыка разная бывает. Музыка, безусловно, не одинакова. И каждый человек, вообще-то, в принципе, выбирает себе по вкусу, как он воспринимает этот язык, ложится она в его, так сказать, эмоциональную вот сферу, и становится ли ему понятно, о чем этот человек, играющий или поющий, хоть рассказывает, и какие чувства он будет в другом человеке. Это, видите, это работа, в общем-то, двух сторон. С одной стороны, музыкант тоже. Если плохой музыкант плохо играет или плохо поет, понимаете, то, естественно, даже если вы способны воспринимать эти звуки, то он не вызовет у вас никакого энтузиазма, никакого удовольствия. Потому что вам будет непонятно, потому что что-то там нарушено, что-то не то. Вроде бы как бы это музыка, вроде бы, но что-то там происходит совершенно непонятное для вас. Это, значит, плохой мастер, тот, кто играет, пытается вам что-то сказать. Но если это хороший музыкант, если хорошая музыка, хороший исполнитель, а вы все равно не реагируете никак, это ваша проблема, это значит отсутствие музыкального вкуса, отсутствие воспитания какого-то музыкального, которое должно быть привито человеку с детских лет, на самом деле, как я представляю себе. И эта проблема, конечно, стоит перед такими музыкантами, как я, как джазовыми музыкантами. Потому что джаз все-таки искусство 20 века, и очень бурно развивающееся, и изменяющееся в течение этого века. Будучи прикладной, танцевальной, ритмичной просто музыкой, провоцирующего человека на какие-то движения танцевальные, естественно, превратился в музыку академическую, филармоническую, довольно сложную, под которую уже не очень потанцуешь. И этот сложный язык в джазе, он, конечно, находит разную реакцию в людях. Люди, способных воспринимать этот посыл, они любят эту музыку, они приходят на эти концерты. Кого-то это, наоборот, пугает. Это дело вкуса, на самом деле, потому что нельзя всех людей под одну гребенку сказать, ты должен слушать джаз и любить его. Это глупо, абсолютно. Или ты должен слушать там, Чайковского, знаете, а ему не нравится Чайковский, а ему нравится Эх, Мороз, понимаете. Кроме дальше этого уровня, представления музыки у него нету. Это сложная задача, которую, в общем-то, вот, я лично поставил перед собой, открыв филармонию именно, не джаз-клуб, понимаете. Потому что поначалу как бы хотелось, чтобы это было место, куда приходят все любители джаза, где выступают лучшие музыканты, и любители джаза наслаждаются тем, что давно любят и хотят это слушать. Это далеко не так.
Потому что, учитывая... Я думаю, что в этом, в принципе, нуждается не только наше, скажем, общество, я имею в виду Россию, ввиду такого сложного существования исторического джаза, когда то запрещали, то разрешали, а песном запрещали. И это ведь ощущается и сегодня, на самом деле, многих людей. Это ассоциируется с не нашей музыкой, понимаете? Джаз – это не русская, это вообще американская, вообще чуждо идеологическая, как в те советские годы это называли. И мне запрещали играть, и некоторые сотрудники спецслужб говорили мне, ты должен прекратить играть эту музыку. Я говорю, почему? Она чудесная музыка. А потому что эта музыка не наша. Потому что мы должны играть только музыку советских композиторов или русскую только музыку. Я говорю, а какая разница, если эта музыка красивая, неважно, кто ее сочинил вообще. Понимаете, вот это все приводит к тому, что джаз нуждается в такой пропаганде, в просветительстве, если сказать. Пропаганда, слово, не очень хорошее, она сразу напоминает другие, так сказать, вещи. А просветительство – это другое дело. Видите, в свое время ведь в России были известны все эти музыкальные общества, где занимались композиторы просветительством. Но и сейчас тоже то время, когда в этом нуждается и Европа, в этом даже нуждается и Америка, в которой я бывал очень много и прекрасно понимаю состояние общества и отношение к джазу. Любое искусство, в принципе, нуждается в просветительстве. Понимаете, будь то музыка, будь то живопись, если хотите, да и театр, балет, все что угодно, все, что связано с, таким, с культурой, с искусством, конечно, эта работа такая части людей, то общество, которому принадлежу я, занимающееся культурой и искусством, конечно, не просто выступать и просто там играть, не просто танцевать, не просто петь, понимаете, а еще и объяснять, что ты поешь, что представляет себе эта музыка, которую ты преподносишь людям, это просветительская работа. Ну, а вот эту ношу, в принципе, как бы я взял на себя, и 30 лет она, я ее, так сказать, несу, этот крест, если сказать, потому что я пытаюсь в наших программах, в общем, людям представить все грани джаза, объясняю и во время концертов, и представляя разные направления джаза, я объясняю людям, что такое вообще процесс джазового музицирования, как к этому относиться, что надо слушать и так далее. Юлия, ну, вы сейчас уже признанная солистка Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки. В свое время, я так понимаю, что первые уроки получили в Герценском университете именно на лекциях Давида Семеновича. Какие сложности встретились на этом пути? И как вы пришли именно к тому, что чаша весов сместилась в сторону джазовой музыки? Да, действительно, познакомились мы с Давидом Семеновичем на лекциях в нашем университете. Это были замечательные, удивительные, потрясающие лекции «Эстетика джазового искусства», которые Давид Семенович преподает уже много лет. Больше 15 лет, наверное, да, если не ошибаюсь. Настолько это было интересно для меня и ново. Ну и, конечно, Давид Семенович потрясающий рассказчик. Невозможно не увлечься, да, на его лекциях. Поэтому увлечься было несложно. Конечно, самое, наверное, самое интересное это было вот аудиоинформация, да, ну, аудиофайлы, которые он ставил на проигрыватель, да, вот различные треки. Это было самым интересным на лекциях. То есть он учил нас разбираться в различных направлениях, в разных стилях джаза, которых достаточно много. И это на самом деле самое трудное. То есть это самая такая вот первая задача была научиться этому. Затем после окончания этого курса лекций я решила подготовить кое-какой репертуар джазовый, подготовила пару джазовых стандартов и решила, попросила консультацию Давида Семеновича, попросила, чтобы он меня прослушал. Вот, он любезно согласился. Конечно, я еще тогда ничего практически не умела, но Давид Семенович смог
услышать способности к джазу, это самое главное, да, то есть способности. И, ну и, конечно, безусловно, он отметил мой красивый голос. Затем стал меня просвещать периодически, приносить различные диски с теми вокалистами, выдающимися, которыми на первых этапах, которые ну, необходимо слушать. Это, их было всего четыре. Это Элла Фицджеральд, это Сара Вон, Билли Холлидей и Карен Макрей. Вот это четыре представителя, которые, по которым на первых этапах необходимо учиться. Вот я это слушала, слушала эти записи, слушала по 8 часов, по 10, занималась сама собой. И вот что-то очень было трудно, очень тяжело, был такой длительный период, длительный процесс, мне ничего не получалось. Вот. Но потом, спустя какое-то время, что-то стало вырисовываться. Вот. Благодаря, конечно, поддержке Давида Семеновича, он мне очень много вкладывал в меня, занимался со мной, курировал меня, да, то есть как надо, как не надо, то есть объяснял, то есть не давал, да, как бы, так сказать, как-то пойти по наклонной, да, то есть, допустим, слушать строго нужно было, допустим, там, определенных вот этих вот представителей, допустим, вокала. Ну, также инструментальную музыку, мужской вокал также, это Фрэнк Синатра, Джо Уильямс, Мел Торме, тоже также самые главные представители в мужском, например, вокале. И таким образом стало что-то получаться. Потом был у нас в 2012 году конкурс «Осенний марафон», который проводит филармония джазовой музыки. Я принимала в нем участие и стала лауреатом. Затем были другие конкурсы, что там у нас было, я уже не помню. Ну, президентский конкурс, не знаю. Да, по-моему, следующим был конкурс, это был не конкурс, это была Всероссийская олимпиада с международным участием по эстрадно-джазовому вокалу. Она проходила в Екатеринбурге. Вот. И я стала лауреатом этого конкурса, и в связи с этим мне дали президентскую премию по поддержке талантливой молодежи в области эстрадно-джазового вокала. Также были, потом был у нас конкурс... Даже городской. Какой? Ну, молодежный конкурс, это что же, да. Ну, это лауреат премии правительства. Да, 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 это, да, в связи с этим, вот то, что с этой олимпиадой, да, я заняла первое место, мне дали вот эту премию. Вот. Также параллельно я продолжала заниматься вокалом в университете, оперным вокалом. И по сей день я занимаюсь этим, я не бросила, я сижу на двух стульях, так сказать. Подготовила вот программу «От романса к джазу», классический, где я пою классический романс, классическую музыку, а в втором отделении концерта пою джазовую классику. Вот я хотел бы пояснить, это очень важный момент, понимаете, на самом деле. Видите, я абсолютно, так сказать, джазовый музыкант, естественно, и повлиял на Юлю очень положительно в этом смысле, а на самом деле ее достижения связаны с ее трудолюбием, и не только потому что, ну, во-первых, я увидел ее способности, и она обладает действительно редким и красивым очень голосом, но к тому же она и таланту к джазу тоже. Поверьте, что за многие десятилетия моих занятий джазом я пытался помогать разным исполнителям, и инструменталистам, и вокалистам, но это было то, что называется не в коня корм абсолютно, потому что человек просто не воспринимал и не способен к этому. И джазу на самом деле научиться нельзя. Это я точно совершенно знаю, утверждаю. Если нет способности к этому жанру, бесполезно. Можно освоить технику, технологию и так далее, но на самом деле ничего не будет, если нет оттуда именно склонности к этому, но у нее это казалось. Я об этом хотела, да, она сказать. Как раз, да. Она казалась трудолюбивым человеком и к тому же полюбила искренне. Но я к чему, так сказать, вмешался как бы в эту тему, потому что мне было жалко, чтобы ее замечательные данные, голосовые, вокальные, просто так ушли. Джаз – это прекрасно и замечательно, что уж мне говорить, я абсолютный джазовый музыкант.
Но хотелось, чтобы эти возможности были реализованы и вокальные, и поэтому мы нашли эту форму, и я всячески этому содействовал, чтобы сделать концерт такой довольно редкий. Концерт от романса к джазу, используя ее возможности петь в академической манере, то есть полностью звучать ее голосу вот, натурально так, как вообще он и звучит. Потому что к джазу немножко надо приспособиться, освоить определенную технику, чувства особые, другое, ритмическое чувство, обостренное, это все другое. Но было бы неправильно, если бы не дать возможности продолжать развиваться ее вокальным данным на самом деле. И поэтому мы вот продумали такую программу от романса к джазу, и уже выступали и в капелле, выступали уже и в Дворце Белозерских, и в Театре эстрады с такой программой, довольно, которая вводит людей немножко в смущение, от романса к джазу, где в первом отделении звучат старинные русские романсы в оригинальной интерактовке, Моя фамилия здесь мешает, понимаете, разбудить. Значит, это, наверное, джазовая обработка романсов. Каждый начинает думать, понимаете? А это никакая не обработка. Мы лишь нашим ансамблем только воспроизводим точно практически то, что написано было композитором, клавери, задумано в этих романсах. Ну, такие романсы, как там «Гори, гори, моя звезда», там, или «Цветушка», «Хризантема». Хорошо, все эти. Вот наиболее приближены к оригиналу по исполнению. У Юли это замечательно получается. А во втором отделении концерта она поет джаз. И вы знаете, как метаморфоза происходит, когда люди приходят, сначала слышат, с восторгом воспринимая вообще этот концерт, сначала вот эти романсы. У нас мало таких исполнителей, на самом деле этот жанр немножко как-то так вот в тени. И, конечно, энтузиасты этого направления, люди, которые приходят на концерт, они в восторге. А во втором отделении вдруг открывается, что один и тот же человек переходит, совершенно, звучит совершенно по-другому, по-джазовому. Поэтому я думаю, что это хороший способ, я даже думаю, что Юлия продолжает заниматься, она замечательно поет еще арии из опер. Причем там и Пуччини, там и Чайковский, там все это есть, понимаете, замечательно совершенно. И это редкий случай, потому что люди обычно выбирают что-то одно, понимаете. Ну, например, Лариса Долина выбрала там джаз и «Погода в доме». Понимаете? Ну вот это плохой путь на самом деле, потому что он мало что общего имеет и что-то можно проявить. А вот, скажем, а Юля, у него вот такие романсы, оперные арии, исполненные абсолютно в той манере, как это должно звучать. И плюс такая вот джазовая интерпретация вокала, очень хорошая, нам, во всяком случае, я считаю, что на довольно высоком уровне. Вот ее такой портрет. Уникальная сейчас возможность на рабочем месте продолжать учиться у своего педагога. Чему, на ваш взгляд, еще можно научиться у Давида Семеновича? Научиться много, еще много есть чему. Потому что вот вы мне как-то вперед, да, задали вопрос, что я постигла, да, вы сказали, что я постигла язык джаза. Конечно, я его не постигла. И это все такой, знаете, бесконечный процесс на протяжении жизни, путь к совершенствованию, потому что, особенно что касается джаза, потому что это, ну, на самом деле одна из самых-самых один из самых сложных жанров музыкальных — это джаз. И для восприятия он очень сложный. И те, кто им занимается, особенно кто во время, например, импровизации, да, происходят колоссальные процессы
в голове, да, у музыканта, то есть это очень сложно, то есть даже доказали уже мировые нейропатологи, да, что это колоссально, это меняет интеллект, это меняет вкус даже в еде, в одежде, то есть это колоссальное воздействие вот джазовой музыки хорошей, да, то есть оно меняет очень сильно восприятие, интеллект человека, конечно, в лучшую сторону, поэтому, конечно, вот Давид Семенович, например, он как раз-таки представитель высококультурного исполнительства в джазе. То есть это его отличает, например, от других, я не хочу, конечно, никого обидеть, от других профессиональных джазменов, но он все-таки отличается высокой культурой. И он это также пропагандирует и также прививает это в своих учениках, вот во мне в частности. То есть вот культура звука, да, то есть, допустим, вот как часто бывает сейчас, да, допустим, вот я, например, тоже преподаю лекции в Герцена, да, в нашем университете, курсы переподготовки по джазовому вокалу. Вот что чаще всего встречается, да, какая проблема, это нет эстетики звука. То есть вот человек поет, да, вокалист, и я слышу звук Аллы Пугачевой, Уитни Хьюстон, не знаю, там, Элла Фицджеральд, да, и все это в одной композиции, да, то есть этого не должно быть, за этим нужно следить очень строго, чтобы была культура звука. Воспитание эстетики, да, воспитание вкуса, воспитание культуры звука, то есть как не надо, да, то есть для этого нужно, опять же, вот слушать лучших исполнителей, слушать очень много и, в принципе, как бы это будет работать. То есть это будет прививать этот вкус, и вокалист не будет, допустим, уже делать этих, допустим, ошибок. А когда у нас сейчас столько информации, да, в интернете, что просто глаза разбегаются, и, естественно, конечно, все слушают все подряд. И потом это все отражается в звуке, да. То есть вот за этим нужно следить. И вот Давид Семенович, вот как раз-таки вот этому вот у него, конечно, не отнять от этого, у него можно учиться изо дня в день. То есть, получается, мы видим и творческую преемственность, и педагогическую преемственность в данном случае. И в целом в Институте музыки, театра и хореографии Герценского университета джазовое образование как выстроено на настоящий момент, и что, на ваш взгляд, можно было бы усовершенствовать? Нет, но дело в том, что джазовое образование в Институте театра, музыки и хореографии, оно выражено всего лишь только в моем лице, в моем присутствии там. Лекции, которые, в общем, собственно, придумал я сам. Учитывая, что я не учу никого там играть или петь джазу конкретно. Моя задача заключается в том, чтобы будущий учитель музыки, преподаватель музыки, собственно, что является главным, в общем, в этом заведении, имел бы представление о том, что такое джаз, потому что зачастую люди, многие, в том числе и деятели музыкального искусства, не буду называть фамилии, очень известных, замечательных музыкантов, потрясающих, гордость, даже, я бы сказал, нашего отечественной классической музыки, которые абсолютную ерунду могут сказать по поводу джаза, понимаете? Ну, например, такую сказать, что для некоторых виднейших музыкальных деятелей классической музыки, дирижеров, можно сказать, что Битлз и музыка Дюка Эллингтона – это одно и то же, это джаз. Хотя даже мы с вами сидя здесь понимаем, что это совершенно разные вещи. Для того, чтобы учитель музыки, преподаватель музыки имел представление, что такое джаз, каковы его грани, а он имеет много разных граней, вот для этого я читаю эту лекцию под названием «Эстетика джазового искусства», объясняя будущим музыкальным деятелям, которые будут преподавателями, и так или иначе связанные с музыкой, в своей работе могли быть более точно разбираться во всех разных направлениях джаза и понимать вообще, что основа эстетического этого музыкального искусства. Вот, а пока обучения джаза такового там нет, потому что вот я помогаю многим людям, скажу, что вот Юлия один из продукт, так сказать, нашего контакта, который оказался талантливым человеком на самом деле, обладающим всеми возможностями, не только он, кстати, еще один человек есть у нас, Федор Дурандин,
который тоже закончил, и точно таким же путем попал в мои руки. Он сейчас выступает у нас, он уже закончил, он работает, по-моему, преподавателем в какой-то школе по своей специальности именно, потому, ну, к тому же он принимает участие в наших концертах «Мелодия Голливуда» и «Бродвея» и делает, в общем-то, успехи как джазовый вокалист. Вот, тоже оказался бы, в общем-то, в коня корм, что называется. Такой же контакт, все очень просто. Так же, как сказал, послушайте меня, я послушал. Вот что получилось. Он также подошел ко мне, послушайте меня, вот мне нравится джаз там. Я послушал. Опять же, дал ему там определенные советы, позанимался с ним. Он также пришел на конкурс и также участвовал, стал одним из победителей этого конкурса. И вот сейчас он поет. Но видите, это очень маленький процент на самом деле, за мои вот там 15-16 лет. Практически, так сказать, два человека, которые вот пришли в этот жанр. Ну, остальные там что-то, конечно, вынесли для себя, наверное, но не все обладают исполнительской возможностью. Не у всех есть голос, понимаете, такой. Ну, во всяком случае, пока процесса обучения джазу там нету. Но это, может быть, в принципе, я знаю, планируется. Потому что я думаю, что пора это, наверное, делать там, отделение именно джаза. Для того, чтобы люди способные могли попасть. И, конечно, я мог бы организовать, скажем, такую кафедру на самом деле, где были по инструментам, были преподаватели, там, фортепиано, ударный, контрабас, саксофон, труба и так далее. И этому надо учить, потому что, как я уже говорил, наверное, о том, что у нас существует только два таких учебных заведения, это Институт культуры, где этим занимаются, и колледж имени Мусоргского, училище музыка бывшее, где тоже есть эстрадно-джазовое отделение. Вот. Но на самом деле я бы с удовольствием этим стал бы заниматься. Это обсуждается, этот проект. Возможно, он даже в ближайшее время появится. Воспользовавшись случаем, мы задали несколько вопросов еще одному талантливому молодому исполнителю, которого упомянул Давид Семенович, и ученику Федору Дурандину. Вы уже сейчас активно концертирующий артист и в разных жанрах, в разных стилях себя проявляете. А на ваш взгляд, что все-таки для вас является приоритетным и какую часть из вашей творческой жизни занимает джаз? Джаз всегда занимал и занимает и будет занимать отдельное место в моем сердце и, в принципе, в творчестве тоже. Потому что, ну, во-первых, я все-таки выступаю еще и на сцене джазовой филармонии, вот, поэтому, естественно, положение обязывает исполнять джаз и исполнять его делать очень хорошо. Вот, но с Давидом Семеновичем это сложно сделать плохо, когда он на сцене, тем более. Вот. А так всегда интересовался, даже несмотря на то, что у меня классическое образование музыкальное, но все равно, так или иначе, в те или иные моменты жизни я всегда возвращался к джазу, слушал, исполнял, развивался в этом плане тоже на протяжении всей жизни. В каких музыкальных проектах еще вы участвуете? Ну, помимо того, что вот это, опять же, джазовая филармония, также это и сольные выступления в качестве джазового артиста, а также выступления в составе различных каверовых ансамблей, вот, потому что, несмотря на то, что, конечно, творчество и сцена это очень хорошо, и, собственно, к этому должен стремиться каждый артист. Но, тем не менее, конечно, играю совершенно разные вещи, популярные. Вот, то, что нравится людям, то, что они хотят слышать тоже. Вот. Также я сейчас участвую в таком акапельном коллективе, который называется Plus Five, который я впервые услышал, кстати, на джазовом конкурсе «Осенний марафон», который проводится в джазовой филармонии. Там в свое время, когда как раз в тот год, когда я участвовал, в 2014 году он там взял гран-при, вот, и сейчас вот спустя какое-то такое время, несколько лет, так судьба повернула, что я сейчас являюсь участником этого коллектива. Поем, гастролируем, делаем концерты, связанные с фортепиано, всю жизнь я на нем учился, я также продолжаю использовать эти навыки в качестве преподавателя тоже. Ну, играю, пою и еще и преподаю. То есть, конечно, педагогическая деятельность тоже является частью моей жизни. На ваш взгляд, поскольку вашим преподавателем вам так повезло, является Давид Семенович Голощекин, какой, на ваш взгляд, самый важный урок вы получили у него? Самый важный урок, конечно, сложно сказать прямо какой важный урок, потому что
в принципе, начал свою артистическую деятельность в качестве джазового вокалиста благодаря Давиду Семеновичу. Потому что я как-то к нему подошел, прочитав его статью, когда он говорил, что очень мало мужских голосов, я решил себе попробовать. Вот, пришел, спел Давиду Семеновичу, Давид Семенович сказал, что это все очень плохо, никуда не годится. Вот, пожалуйста, послушай вот это, вот это, вот это, вот это. Что, собственно, я и сделал. Пришел через какое-то время, показался, и он сказал, что да, в общем, не безнадежен. И вот с тех пор я, в общем-то, занимаюсь именно джазовым вокалом, да, и участвовал в конкурсе, вот занял там место, и с тех пор пою. Сложно сказать какой-то прям определенный урок, потому что, в принципе, их было много, там, в качестве стилистики, да, в качестве тоже артистизма. Хоть Давид Семенович и не вокалист, а инструменталист, но все равно какие-то он, конечно, подсказывал вещи, потому что опыт у него колоссальный. Вот, и он очень любит джазовый вокал. Поэтому, конечно, уроков было на самом деле много. Вот какой-то один прямо точный очень сложно выявить. Федор рассказал, в чем, по его мнению, заключается основная задача артиста, в частности, джазового исполнителя. Это отдельная тема совершенно. Вот, потому что бывают конкурсы, которые довольно честные, бывают конкурсы, в которых условия так поставлены, что ты становишься в невыигрышном положении. Вот. Я участвовал в различных конкурсах, где-то побеждал, где-то нет, ну, такое бывает. Но конкурсы это всегда очень хорошо тебя подстегивает, дает тебе понять, что нужно стараться развиваться дальше, особенно когда ты не побеждаешь, да, что нужно много чего еще сделать, и останавливаться никогда нельзя. Нужно все время работать над собой, нужно все время ставить себе новые задачи, новые планы выразительности. Сложно ли сочетать концертную деятельность и педагогическую? Ох, сложный вопрос, потому что педагогическая деятельность, особенно если ты где-то в какой-то системе образовательной находишься, с утвердившимся графиком и так далее, это довольно сложно, потому что концерты – вещь непредсказуемая. Они могут быть в один день, они могут быть совершенно в другой день, они могут быть вообще в очень неудобное время, но вот, и как-то приходится все время как-то очень гибко выстраивать свои графики, чтобы все получалось. Вот. Это только что касается времени. А так, конечно, когда у тебя концертная деятельность, когда ты чувствуешь себя на сцене хорошо, когда ты общаешься с людьми, то это все помогает педагогической деятельности тоже. Потому что ну, урок, в принципе, по сути, ты все равно должен забывать внимание своего ученика, ну и также работать, чтобы этот ученик делал что-то. Да? А когда он видит, что преподаватель уверен, что он знает, что он делает, что он это в легкой доступной форме может объяснить, да, с нотками артистизма и так далее, то, конечно, ученик воспринимает это намного лучше, вот, старается подражать, и вот это, конечно, безусловно, герценовцам повезло. Все, что касается джаза, они могут услышать из первых уст маэстро. Джаз – это элитарное искусство. Но слово «элитарное» иногда людей пугает. Понимаете, что такое элита относительно? Это, конечно, интеллектуальная и эмоциональная элита людей, тонко чувствующих, в общем, в принципе, и наделенные, опять же, талантом от природы, от Господа Бога. Дан такой талант, его надо развивать. Все зависит от того, в какие руки попадет этот человек. Понимаете, вот попали на меня там какие-то люди, им повезло, потому что я поделился с тем, что я умею, как тем, что я чувствую на самом деле, и помогаю, и научить не могу никого. И ее я тоже ничего не учил, и никого я ничего не учил абсолютно, научить невозможно. Помочь раскрыться таланту – да. В таком деле всегда нужен наставник. Например,
мои способности в джазе раскрылись благодаря моей дружбе с Геннадием Львовичем Гольштейном. Это наш известный джазовый музыкант, руководитель оркестра саксофона Санкт-Петербурга. Вот. И он был старший мой, так сказать, товарищ по возрасту, и он первый, так сказать, обратил внимание на мои способности, и я следовал в том русле, который он проложил для меня. Он меня не учил, он просто он помогал раскрыться моим способностям, которые он увидел во мне. Это очень важно, потому что научить, опять же, невозможно. Обучить технологии можно, но толку никакого не получится. Потому что человек, которого ты выпустишь, и научив его, все равно вы придете, будете слушать, и его игра или пение все равно не произведет на вас впечатления никакого, потому что если нет дара, ну, собственно, любой музыкант, вы понимаете, в чем дело? Я всегда объясняю этот феномен вот чем. Вот происходит конкурс Чайковского, многократный, много лет, да? И почему-то кто-то вдруг играет этот несчастный, не потрясающий на самом деле, первый концерт Чайковского, который все знают абсолютно, да? Почему-то один получает гран-при, понимаете, признан лучшим. Все играли на том же рояле, также прекрасно те же ноты, и все хорошо как бы играют, но один почему-то лучше, понимаете? А почему? Очень трудно определить, но если вы обладаете тонким слухом и вообще восприятием музыки, вы, конечно, поймете, что все то же, та же мелодия, тоже абсолютно все те же ноты, но почему-то это больше на вас произвело впечатление. Это говорит о музыкальности этого человека, который по этим же клавишам, на том же рояле, те же звуки издал, но вас это больше тронуло. Вот это и есть дар, понимаете? Это о классической музыке, потому что он играет чужую музыку, он интерпретирует чужую музыку, доводит до вас. А в джазе ты и композитор, и исполнитель одновременно, потому что ты начинаешь импровизировать. Это только в джазе доступно. И надо, чтобы вы, придя на концерт, я вас убедил, что я что-то сыграл такое, что вам так понравилось и тронуло вашу душу, понимаете? Это моя задача. Вы же не должны разбираться, как я это делаю, технологию. Человек, прежде чем слушать музыку, он не думает о том, правильно или неправильно. Общая картина, которая только что прозвучала, производит у вас впечатление. Это уже зависит от таланта того, кто эту картину рисует в этот момент и издает эти звуки. Давид Семенович, Юлия, огромное вам спасибо за беседу в этом прекрасном тренажерном зале. И спасибо, что пригласили нас. И вам спасибо. Надеемся, будем чаще видеть вас в Герценском университете. Спасибо. Спасибо вам тоже большое.